С 12 мая в Пермском крае ослаблен режим самоизоляции. При соблюдении санитарных норм работу смогут возобновить салоны красоты, парикмахерские, автосалоны, небольшие продовольственные магазины, ателье по пошиву, ремонту одежды и обуви, мастерские по ремонту бытовой техники. Кроме того, со вторника официально разрешены прогулки в парках и скверах, занятия спортом на открытом воздухе. Гулять можно по одному или с членами семьи. При этом граждане обязательно должны использовать средства защиты – маски и перчатки.